Всем салют, трудяги. Не помню, какой день недели. Выступление царя было вчера. Батя у нас стройку замутил. Будут укладываться блоки. И делаться фундамент. И расширяться вот эта кибитка. Экскаватор сегодня приезжал. Все они выдолбили. Обделали. Мы сейчас обскребаем прицеп от земли. И катим в карьер заброшенный за песком. Идет. Витрина на улице просто зверски, от слова совсем. Поедем на 150-м, подцепим этот прицеп к 150-му и колесики еще поднакачаем. Смотрим. Дело в шляпе. Сейчас прицеп опустится. Поедем колеса качать. Там тогда крутанешься, подкачаем. А что ты говоришь? Так он выдвинут. А? А, борт. А, борт. Ёлки-палки. Блин. Иди там, подвинь эту. Неудобняк. Вот и все. Ладно, давай там жду. Так, а батя пока, наверное, попытался. А, он землю перевозит туда. А это потом будет счищаться и разравниваться. Противовес повесили тоже назад, чтобы песок грузить. Витрина просто жесткая, аж пылевые бури у нас. Сейчас какая-то фиговая затея. Что тут такое валяется? Пальцы какие-то были. Фу, металлолом, братва, металлолом. Тут сколько металла раньше было, просто вообще зверско. Так, это тоже надо откинуть. Чих. О, сейчас развернется. О, запустим нашего малыша. По-другому не знаю, как его назвать. Вот просто зверь, зверь. Малыш, малыш. Реально малыш, да? По-другому не назовешь. Так. Скрутили опять оригинально. Но шланг такой корявый. Скручивать звендец как неудобняк. Глеб, а найдешь манометр? Все будем качать? Нужен манометр хотя бы, а то я фиг узнаю, сколько-то вот в этом-то. А то сейчас надуем их атмосфер по 6, по 7. Сколько тут максимальное? Вот, тут максимальное трояк написано, Глеб. 3 атмосферы максимум вот на этом прицепе. Ну, подокачаем где-нибудь 2,8, наверное. 2,5. А сколько у него грузоподъемность, я что-то туплю. 3,5 тонны. Только не знаю, это грузоподъемность у нас... и тут какая-то цифра тоже нарисована. 4, что ли, с половиной. В общем, тонны 3 он берет точно. Кирпичик поставили. Колеса по пятерке накачали. 3, это, короче, фигня. Не знаю, что тут написано, но если по тройке качать, они и не были на тройке вся. Вон то было совсем спущено, хотя там 4 было. Но думаю, ничего страшного. Блин. Глеб. Облом. Не вынется. Не пошатается. Не, ладно, да, хрен с ним. Посмотри, а то это быстро качает. А, еще дальше чуть-чуть. Давай еще чуть-чуть. Бога, Мухайло, блядь. Кошмар. Вот так братва обзывает меня. Блогер Мухайло. Ha ha ha!
чтобы меньше париться. Вот и все. Это все откатывайся, откатывайся. Так, это вставляем. Молоток надо с собой, наверное, взять. Не знаю, 150 там есть, нету, но лучше возьму. Поедем на 150. О, есть. Ну, пускай еще будет близнец. По-любому. Так, а что у нас подышло-то? А, у нас пальца нету. Палец еще сейчас найдем. Подцепим прицеп. И попрем. Попрем с вами за песком. Потому что там работ хреново туча, реально. Ну, батя хочет строить. Батя пусть строит. Батя любит строить. Ангар. Вон бабахо. Тот ангар мы в прошлом году строили. Вот этот вот. Из того, чего все было. В общем, под командованием бати мы строили. Че ты тут охаешь? Упал, что ли? Я по привычке, а я думал, ты ее не снял, я хотел на тебя наступить. А. Ну ладно. Че, последняя, да? Выключай. Выключаем. Нифига он тут набрал. Сколько? 7. 7 очков. Давайте спустим. А то разорвет этого. Открыл, открыл, давай. Открыл. Да. Сейчас он надует, в нем дофига. По крайней мере, должен. Вроде. Ну да, накачивает. Тун-тун-тун-тун-тун. Какие лыжники? Это скандинавцы. Да иди ты нафиг. Чё от меня креститься? Я же не кусаюсь. Ладно, заводим крокодила. Оп, масса. На всякий случай, да? Так, датчики. Оп, оп, всё, живой. Красавец. Сразу что ли откроем? Сейчас компрессор накачает. Ни хрена не удобняк, да? Ой, какой милый мальчик. Показывает мне французские жесты. Что за человек, да? Зато на позитиве, братва. Без позитива нам нельзя. Так, сейчас посмотрим. А, палец там. Там висел. А я что-то... Так, 150 и нифига. Давай, мягко. Оп. Мягко не идет. Так, что попробуем? Приподнимем. Наверное, выкатимся мы на ход. О! Сейчас на ход поставим наш тракторок. И потом можно закрывать ворота. Ой, фига себе у меня тут. Ой, кабриолет. Так, глушим пока. Ручник поставили, на скорость не ставим, потому что мало ли воздух уйдет, потом вообще ее хрен выключишь. Оп-оп-оп, залазим. Сейчас братан тут сядет. Сейчас подушечку постелю. Подушечку, это надо сюда постелить. Короче, после этой сидушки... Ой, чё? Поставь, убери. Бардачок тут. Так, упаковались. Какой у меня бардачок тут есть? Нет у меня тут. А где подлокотник? Нема. Так, батя запретил ехать быстро. Посмотрел прошлый видос, как третий диапазон был. Короче, испугался за трактор и говорит, что больше так быстро не гонял. Быстро, ребят, быстро. Ну, ладно. Так, все, подцепили, все забрали, лопаты взяли. Что-то он опускается, нет?
гидравлика опускается навеска, не? Или мне показалось? Не знаю. О, ручник в неудобном месте. О. Главное, чтобы дождь не пошел. Вот на этой сидухе, а на ней только это, говно трамбовать. Если долго на ней сидеть, вас даже Тирет не спасет. А потом мистер Пропер не отмоет, да? По-любому. Главное, шутки за 300. Да по-любому. Главное, в дождик не попасть. Ладно, что, доскачем до поля, включимся, посмотрим, как будет производиться загрузка. Тут дождик лужи налил. Ну, с таким колесом нереально застрять. Хотя, если на пузо его посадить, то да, на мосты, на глине. О, какой-то пигмей выскочил. Ёх ты, дверь открылась, блять, так и выпасть можно. Да если выпадешь, ничего страшного, там не высоко. Головой об камень, разок бах и все, да, братва? По-любому. О, сейчас дети будут офигевать. Дети любят технику. Да, будущий подписчик. Будущий подписчик? По-любому. Ну, надо сейчас помахать, братве. Будущий. Здорово, друган, здорово. Вот, короче, правильная реакция на все происходящее. Позитивный малый машет руками. Сильно шатается по трассе, не поехали, поехали по деревне, потому что ну нафиг, ну как бы и побыстрее до этого карьера добраться, да и понадежнее. Не знаю, слышно, нет, если плохо слышно, извиняюсь. Ну как бы шумоизоляции нету, но еду тихо, должно быть слышно. Вон там москвичи обитают, главная зараза этой, как ее, болезни, распространители, вот. Как их правильно назвать? Конечно, не в обиду сказано, но по факту как бы все это понимают. И ничего тут удивительного. Трактор больше не выйдет. Песок с глиной какая-то перемешка. Хорошо, груз тянет. О! Пошел, пошел, пошел. Так, будем пробовать вот тут вот. Не знаю, правда, как получится, нет. Но, в принципе, должно. Это же песок. Песочек. И неплохой. Сейчас покажем и посмотрим. Ева.
Походу нечего тут делать без полного привода. Не, песок нормальный, пан, но мы, наверное, тут не сможем погрузить. Вообще никак. Ну а где ты без корней найдешь? Придется сеять. Сито поставится и просеется. Ну мы даже не погрузим. Ну куда это? Вот такие причиндалы, банда. Это беда. Ох, ёлки-палки. Все, утонул. Булькнул одним колесом. Жестко. Жестко. Короче, ни хрена у нас не получилось с трактором. В общем, самая гениальная мысль, это вы как поняли, накидать руками. Конечно, не с горкой, мал-маля, пока силы не оставят нас. Будем пока кидать. Если дождик будет начинаться, тоже надо сваливать отсюда. Иначе есть тут шанс вообще остаться. У нас помощи нету, батя свалил. Сказал я, говорит, манал вас. Уехал домой. Ладно, поехал он землю возить, потому что от него тут помощи ноль. И, короче, как-то так. Ладно. Сейчас накидаем еще, наверное, одну такую кучку. И хорош.
выкатились мы. Песок потом найдем уже в другом месте. В общем, сколько смогли, столько накидали. Мы как бы тоже маленькие и просто маленькие. Ну, просто жопа. Все вспотели. Но там еще дождик, наверное, впереди сейчас будет. Че, климат-контроль? Yes. Yes. Ну что, добрались до дома. Сейчас Глеб чалочку отнесет. И покатим отдыхать. Китучки опять идут. Наверное, погода может испортиться. Так, ну ладно, на завтра, я так думаю, уже планы у меня есть. Может, наверное, надо в Тулу поехать, там, зарплату отдать, заявление что-то написать, что-то еще. Да и надо вообще с людьми хоть пообщаться, что там за ситуация. Так, посижу уже месяц почти безвылазно в деревне. На белый свет хоть посмотреть. Ладно, ребят, смотрим, комментируем, пишем, что думаем. Всем пока.